Всем доброго времени суток. Ну вот, приготовил на окна. Сейчас стряхану. Окна занавешу, еду. Сейчас я их выгнал всех на улицу, чтобы они дали собраться. Это никак. Танюха вон на бегунке. Где два? Вот они. Сидят, кукуют. Получили? Залазили по столам. Каюрчик очень сильно кого-то напоминает, чтобы все опять этот все лазит, шарит по еде. Натура, что у них там в Сибири такая, шакалить. Брать то, что нельзя брать, а я тебе отобью эту моду сразу в миг, хотя это бесполезно. Ушла Лайма, уйди, они сейчас вот опять напутаются. Лайма, иди гуляй, не надо к ним подходить. Сидят они, сидят, все напутаются, опять распутывают, будут сейчас наиграете так и сами запутаетесь, и их запутаете. Сидят они хорошо. И все. Капель, вот утро, морозы были, сейчас с крыши капает. Сейчас поедем. Сейчас я их привязал, чтобы не дали мне собраться. Все сделать дела в доме. Еда у них готова. Все. Еда готова. Сейчас грязную посуду соберу домой. О, полно. Коробочка. Подогрею, добавил воды, чтобы она была более-менее такая, чтобы вкусненькая, в плане того, что это, да, в принципе, можно скрывать, им этого хватит. Я закончил варить где-то 3 часа ночи, так что вот такие пироги. Ну и все, сейчас кое-что заберу, то есть кое-что соберу в одну кучу, вот, остальное пусть потом приеду. Опять они где-то поводки наши, вот где он лежал, на лестнице, не лазили ко мне, пытались все будить меня, а не забыть курицу еще с картошкой в этом, в духовке лежит. Учились бы духовку открывать, они бы и духовки поели бы. Каюр вообще этого, я не знаю, то есть наглость, второе счастье, он при мне даже вот пытался. Стул стоит, через стул на стол, а потом, чтобы перепрыгнуть на это, на столешницу. Это как вот вообще? И чует какое, лежит того угла, жалом водит. Вот сидите, сидите теперь там. Пусть сидят. Ой, сейчас. Так, ладненько, сейчас будем собираться. Процесс весь пойдет. День начинается только. 100 градусов. Снег блок. Нажать штучку. Что? И кипяточек. Лимончиком тоже неплохо. Пустил, обратно гулялись. Они, я и так прибрался вроде везде. Вроде все чисто. Сейчас соберу. Тут еще посуду тут дособираю. Еще пакет найду. Банки приеду, банки потом заберу. Сразу все, отдуплились. Сразу надо спать. Пойду хулигана посмотрю. Лайм, наверное, с ним. Охранять небось его. Ну, конечно. Каюрчик. Каюрчик. Обиделся на меня, да? Ну, а как ты хотел? Без люлей, как без пряников. Да, Лайма, что? Нормально все? Каюр, сейчас скоро поедем. Иди ко мне.
Иди, мой. Да, иди ко мне. Какой с характером. Иди ко мне. Иди, не бойся. Иди, иди, иди. Все. Все, и сразу. Голову положил сразу, да? Идите, поваляйтесь на своей кровати перед отъездом. Я буду собираться. А ты. Ну как хочешь, пойдем, ладно. Все через это проходит. Нечего по столам лазить. Один, что ли, такой деловой? Я тоже по столам лазю. Вам-то это не положено. Беги. Так, посуды немного, пакета одного хватит. Ой, потягушки сразу. Сжали ушки, две потягушки. Да? А это коза. А ты за поводки получила, и будешь на цепочку, и тебе цепочку надо покупать. Деловая. Перегрызет она, мусолит. Ну, быстро. Все, ложитесь, я вам застелил так более-менее. Это ваша кровать. Все, место, место. Во. Все, все на своих местах. Смотрите телевизор. Ну что, кальций будете? А? Давайте хотя бы по одной. Да ты ж первая, да? О, ты молодец. Ой, муж такой, может, не есть? Ешь, 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 ешь. Вот. Вкуснятина. Танька тоже ест. Злат, на. Ты ради принципа должна съесть. Каюрчик у тебя. Ты же не, даже не это. Злат, ты осталась. Тихо. На, Злат. Будь так. Еще тебе. И тебе надо. На, Каюр. Все. Молодцы. Что, мафия? Все повыключал. Так, ну тоже закрыл. Посмотрим теперь, как что дальше будет. Ну, сейчас будет любимая команда. Посуду я собрал. Столы нечем мыть. Воды нету. Так прибрал вроде все. Плиту надо вот отмывать. По идее, надо отсоединить. Если я сейчас шланг сниму, и надо домой везти. Сейчас я дам как раз. Мыть ее надо. Вот так, в принципе. Там теперь тихий час. Полный такой темноте. Сейчас мангал еще вот уберу. И лопату. Так, и вроде все. И вроде все. Наверху тоже все. Шторы надо покупать, да, например, такие вот. Дневные, ночные. Чик-чик-чик-чик. Сейчас классные разные шторы продают. Так, ваши игрушки надо забрать, не забыть. Чтобы там пищали и играли. Правильно, Лаймусь? Да. Ты с ума сходишь в последнее время. С этой наркоман какая-то игрушечная. Так, пойду отнесу. Идите, садитесь. Пойдем, пойдем потихонечку. Чтоб щенки сразу не бежали. Пойдем, давай. Иди. Иди, садитесь. Пойдем, пойдем. Иди сюда. Лайма, иди сюда, ты чё? Тайна, ты где? Иди садись. Давай. Лаймусь, иди садись. Сидеть. Я их носить буду. Ну что, бойцы? Лежите. Я свет вам включу. Оп. Идите ко мне. Идите ко мне. Поехали домой. Не? Вы остаетесь? Ханта.
Ханточка, девочка, иди ко мне, иди. Каюр, ну что вы какие-то сегодня? Идите, ну. Пойдем, пошли гулять. Пошли гулять. Идите кушать. Пойдем, иди. Пошли кушать. Пошли. Как вас обмануть? Вы что, с кровати не ходите свою уезжать? А? Каюрчик, мальчик, ай ты мой хороший. Ай ты уши склад. Ну что ты? Идите ко мне, иди. Ну бежал же со мной. Вот. Дали ему год. Давай. Все, а ты следующий. Принимайте подругу. От друга. Вот Златка что-то наделала. И там потолок отодрала, и здесь дорвала. Плюс пакет мне с дисками разорвала, да. Ты такая тоже зараза кусок. Каюр. Плиту я забрал. Шланг отсоединил от газа. Ты остаешься? А? Ну все вроде. Чин-чинарем. Ну, телефон забрать. Так. Каюр, иди ко мне. Я же даже приляг к тебе. Иди. Иди ко мне. Иди, моя мать. Иди. Ай, ты мой красавец. Домой поедем, нет? Что скажешь? Иди ко мне. Иди. Иди. Как ты подходишь к такси, теперь тебе еще надо. Тихо. Упадешь же. Все. Опа. Ну все, приоткрыто. Все там окна закрыты. Опа. Тяжелый ты. Ханта легче. А? Экспресс-доставка. Еще одно уберите. Давай, Каюр. Давай. Это кастрюли ваши. Все, в сборе. Все, закрывай дом, поехали. Ох, какая рыжая лиса идет. О, лисица местного разлива. Мои сейчас тебя ведь будут лаять. А если я чуть проеду, они тебя увидят, интересно. Ты должна двигаться. Чуть-чуть хотя бы. Чего замерло-то? Кш! Кш-кш-кш-кш! Мяу! Мяу! Все замерло. Не поедет. Не поймет, что происходит. Да. О, увидели, все было, залаяли. Залаяли. Запели демоны, запели. А Златка с ума сходит, а то не лает Златка. Златка лает на то, что надо. С подписком, правда, но... А где-то грубо. Все, разошли. О, а вытыла Злат зачем? Ну и почетное здрасте нашему Михаилу. Висишь? Скоро весна. Спускаться пора. Мишка. Что-то у тебя сопли какие-то там. Приболел, что ли? Или не ту лапу сосал? Ладно, едем мы до дома, до хаты. Сейчас я заеду в охотхозяйство. Опущу лицензии, сейчас заполню лицензии, на что брал, на зверя, сдам путевку, лицензии, и все, а то могут штраф мне вмочить. Рыбачки-то сидят, но немного, а сейчас же не выходной, так что такие пироги. Ладно, едем дальше. Ну, подъехал в охотхозяйство, сейчас заполню лицензии, и все, сдамся. Вот такие лицензии красные.
тут все, ну, все люди подъезжают. Вот расписано бобр, куница, они вот лицензионные. Вот. Пушных видов. Люди идут, сдают, все отдуплились уже. Всем позвонили. Чик. Молодец, я так сейчас сделаю. Ну, сейчас напишу здесь. Все, а то можно отсюда уехать вон туда, вот, на четверку. Ну, то есть на десятку, на четверку. Вот у меня написано, были. Все собаки были вписаны. Пушные виды. Цена 3200 у нас. Со скидкой, так как 3200 со скидкой. А на самом деле закрыто, внутренний замок они поставили. Не дергайся. Ладно, буду заполнять. Вот теперь я пойду. Опускать. Ну, жаськи, роир. Теперь я также. Чик. Ольга Михайловна придет. И все заберет. Поехали дальше. Все, мы сейчас приехали. Вкусняшек заехал, взял им. А то они на импорте висели эти дни. Сейчас игрушки и вкусняшки. Потом уже кастрюли пойдут. Вход. А тихо. Не сдавай меня. Что-то как все закапано. У меня всегда все чисто. Те гости, блин. Ну что, мафия, если у меня вы тоже выходите. Быстрее домой. Ой, как тут хорошо. И на площадку все быстрее. Такое ощущение, что они из плена вырвались. Ой, не могу. Три экипажа сейчас в Красноидово стоял около второго магазина. Всех подряд рыбаков. Редший какой-то. Ну, а меня как пьяного за рулем отпустили почему-то. Не знаю почему. Наверное, рейд такой неправильный. Шучу, конечно. Я не ездил пьяный за рулем. Если только по своему огороду могу прокатиться. Метр туда. Заскакал. О, погнали. Зеленого забыли на поле. Блин. Веревка должна где-то растаять. Вот Танька гоняет, а вы говорите. Она, ну, во, 100-500. И это за ней. А то она грустная. Она просто все уши прижимает. Вон отрывается. Вот девка дает. Вон наяривает километры. Тайна, вы там яму, походу, лазейку ищете. Тайна, куда пошла? Каюрчик. Идите, кто? Идите кушать, идите там. Это как царь горы. Иди. Идите. Вот и скорость давала. Чавльник. Второй чавльник. Ханты, ну не отнимай ты. Держи. Златуль. Зато он специально стал есть рядом. Ловим, лови. Оп, молодца. Соскучились, да? О, поймал первый раз в жизни. Вот петух лежит. Или курица, не знаю, курица. Держи. Тихо, носом. Злат, ты научишься? Нет, здесь пропустила. Гол тебе. Лайма. Девятка. Поймала. Танька тоже не ловит. Ада тоже не ловила. Всегда. О, у нее сейчас словила. Потому что на нос прямо упала. Злат, а? Поймал же первый раз. Лайма тоже сразу не ловила. На, Тайн. Молодца. На, Злата. Девки.
У вас тут сухо, вон все. Птички поют. Да? Класс? Что каша будет? Вы не забывайте об этом. Так, драки не будет. Я остатки высыплю. Ты к ней не подходишь? Танюх, ну не давись ты. На, тебе, тебе. Танька вас не тронет. Но. Что ты рыкаешь? Всем хватит, я вам купил. Сколько вышло-то? Килограмм сколько у нас? Под 70 рублей, наверное. Ну да. Получилось 3 с чем-то килограмма. Потому что она мне сказала 200 с чем-то рублей. Сразу. Держи. Держи, морковка. Таня, ты самая вот наглая. Ну, ломишь. О, и ловить даже научилась. Ну, мой золотульчик. Каёрчик-то стал быстро кушать. У тебя чавальник растет. Ну, незаметно. Как ты по столам у меня лазишь. У тебя не только чавальник растет, но и копыта. Лапы, ноги и хвост. Дайте мелкие еще тоже кину. Пусть жует. Как бабка беззубая. Все, немножко осталось. Каёрчику одну. Лайм вон. На, тайну. Ты обалдел так и глотать? Кошмар. Ну, кобель, что там варить. Все, процесс закончен. Мусор надо увозить. Набралось пакетов. А можно их помыть и продавать. Единственное, молоко забыл. Ну ладно, оно в холодильнике. Срок у него небольшой. Мне все равно туда ехать. За канистрой, мусор. О, какая отрыжка у тебя хорошая. Ищет. Каюр. Каюрбан. А, Юрчик, огурчик. Каюрчик. Так, ветер был сильный, если солому снесло. Ну все, миссию выполнили. Че, Лайм, смотришь, я пойду это. Как за кашей. Снег хрустит. И поеду потом на почту за посылками. Ой, мне еще в перевод доставку надо заехать в Грек, или как он называется? Гек, наверное. Говорит, вы сами тогда зайдите, заберите. Так, тут хлам. Все разгрузим сейчас дома. Все, понес я кашу им. Принес кашу. А ты сразу, да? Жирочек плавает. Ждете, да? О, все. Ну, правильно. С утра не кормил специально, когда там было, пока собирался. До 12 дня по нашему времени, по московскому. Чтобы хан-то не это. Плохо, и то и будет рвать ее. А отдельно все. Тебе открыть хату? Давай, иди. Пойдешь проверять? Иди тоже проверь, что там. Кто был, кто не был. Обнюхивает. Сейчас все будет. Сейчас там стойки должны прийти, железные миски, стойки. Еще что-то придет. Бурятия, Байкал. Вот. Это я буду уже потом все покажу. Ладно, пойду за мисками, буду им накладывать, кушать и... Ладно, где что я корыто? Я же его брала дома, его нету. А, сало. О, кладовой. Что? А, нашла еще и. Ах ты, Златка, молодец.
Давай я его кину. Это Ламин тоже друг. А, вот и веревка нашлась. Златина. Лайма. Давай, погнала 100-500. Тише, в доски не мочись. Доски уже начинают потихоньку вообще преображаться. В принципе, можно начинать. У нас сейчас мороз минус 6. Чуть-ка. Лайк. Просто это. Чуть потеплее будет. Чуть-чуть. Снег чуть-чуть еще. Прям как. Да, ругается. Сколько счастья, да, Лайм? Скажи, вот дом и есть дом. А там напряженно, да, да, да. Туда не ходи, сюда не ходи. На улицу по спросу. Только на выгуле. На ламинат писать не давали. Да они не ходили ни разу, как ламинат постелили. Я им застелил все целлофаном, там, если ночью, где туалет. Конечно, я не знаю, что я там буду потом стелить. Что должно лежать в ванной, плитка какая-то, правильно? Она тоже кладется на дерево, есть такая плитка. Мы вроде в Леруа, я видел. Вот. Цена практически такая же, как у ламината. Но... Да, 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 да. И все. А стены обошью. В Леруа мы тоже с Виталик фотографировал там. Мы еще много разведки. Куда пошел? Куда? Наглеешь? Огребешь? Куда? Ёкарный твой бабай. Иди сюда. Эй. Каюр. Каюр. Что за бандит такой у меня? Ты что за бандит такой? Что за бандит такой? И мне-то как хорошо, что они на улице, а не дома, потому что с ними аж голова болит. Хорошо, и на втором этаже хоть выспаться можно. А то у них то игры, то еще что-то. Это вообще кошмар какой-то. Ну и все, это я не договорил. Стены, пластик такой специальный продается. И там под всякие рисунки, может даже под кирпичи старые какие-то там. Классно. Виталик, походу, ну, для родителей что-то присмотрел. Это самое, как всегда. Пошли за мисками. Вот такие пироги. Со мной везде. Преданный. А там этот. Привязали ко вкопанный. Ну не совсем. Пойдем. Идешь? Идешь? Пошли. А, не, все, но здесь. Все здесь. Это не. Вот Злата что творит. Все мне разобрала. Козюля. Каюра гоняет Лайма и Злата. А, нет. Кто? Лайма. Лайма дербанит Каюрчика. Миссис Хантой. Злата! Я... Злата! Я... Злата! Хулиганье! Ну-ка иди сюда, Злата. Вон носится. Пока под шумок-то раздурились. Вот, таскаю эту веревку, правда, подзамерзла. Лайма, а ты что? Поросята меня олешь, что ли? С бычками там. Нет, с живыми-то понятно. Вот. Ну, давай пока. Все, заголосили. Такие счастливые, такие довольные. Сколько счастья в лайке, когда не дома. И понимаешь, что это все. Все свое, родное, знакомое. Как в «Брате 2», да? Я узнал, что у меня есть огромная семья. Да? Правда, не то говорю. Нет, я то говорю.
Иди сюда, каюр. А, покакать? Каки. Пискля. Все, гоняет, гоняет. Все, погнали. Все, теперь Злата. Каюр хвост трубой. Вот эти гонки даже вот там так вот я не могу, потому что нету возможности, чтобы они почудили там. Ну все, они его в кустарнике, как кабана зажали. Одна грызет, одна порося охраняет. Пойду накладывать им кушать. Идите кушать. Идите кушать. Ханта, иди кушать. Давай, идите кушать. Стойки завтра вам поставлю. Да, если все хорошо. Все. Хомячки. Ну, шурупчик надо подкрутить. Ну, все, чавкают. Вы-то будете есть, не? Так, надо подчистить. Ну, конечно, чуть полезало и все, да? Потому что мяса много съели до этого. Златка ест. Да, ему вообще понюхала не стало. Она хомячила. Там летела только в путь, скажи, да? Умничка. Ну что, давайте всем, давайте отдыхайте. Приходите в себя. От постельного режима. Да? Облизываешься. Молодец. Снежок чуть-чуть пошел. Все, Танек, спи, отдыхай. Хотя ты выспался, наверное, на год вперед, носился как сумасшедшая. Вот лайки на счастье, когда мы дома. Ладно, все, давайте всем пока. Ну давайте всем, всех рад был видеть вот такое небольшое кино. В принципе, все хорошо, все отлично. Начинаются все вот эти дела обычные. Сейчас надо готовиться и к охоте. Будет скоро. Так что вот так вот, такие пироги. Давайте всех по возможности буду отвечать. Всем пока-пока.